Все, я запись пошла. Вот. Так, поехали. Это у меня первый бой, блин, отвлекали, я так и неудачно отыграл, блин. Общая жопа. Я, короче, в этот... в группу ВКонтакте ссылки кинул на премьеру видеозаписи. Я зашел к тебе на канал, я на канале у тебя сейчас. Вот. 2 часа премьера. Да-да-да. Вот, потом, потом видосик закинул на Яндекс.Диск, потому что там у меня большой размер вышел, 8,6 гигов. Вот, поэтому... Я, походу, вчера палец я выбил на ноге. Как ты умудрился так? Да мы с другом бесились, я ему по ноге ударил и все. Понятно. Да бесились. Так, Каен Эмиль из 2. Я просто не могу сделать палец нормально. Вот Бурасков. Куда пойти? Куда? Да туда он, С2, на горку. На перекатку. Так, ну пока у меня все нормально. Ты заикаешься, тебе не... Я заикаюсь, потому что интернета не хватает. Я же записываю, плюс этот. У меня ОБС еще забирает определенное количество интернета. Да. У меня проц лежит. Сука. Это печально. Я вот только на гусли успел поставить. Если бы Бурак бы башкой своей не торговал бы, блин. А, Милька от башни приехал. Если он от башни... Не-не-не-не-не. Тут без вариантов. Тут без вариантов. Надо что-то как-то другое. Ну, сюда вниз упасть тут. Под ПТ-ш... А, ПТ-шек нет. У них СТ, я понял. В принципе, как вариант, можно. Значит, походу, мне тоже надо настроить УБС. У меня так все нормально, танки нормально, все работает нормально. Только у меня раздвоение голоса почему-то. А, ну это тебе надо в микшере там настраивать в голосовом. Так, у меня все нормально настроено. Все нормально. Но раздвоение почему-то. Кто тебя? А? Мне еще не... Я один выстрел просто такой тупой пропустил. Я просто помахнулся. А, нет, сзади. Да, сзади Бурасов по мне работал. Ух ты, блин. А у нас просто эти вот три танка не поднимаются, они могут тут вот троих забрать, двоих даже. Ну вот успел просто подняться. А сейчас просто подряд. Так. У них черта есть.
чемпионат закрыли. Чемпионат? Какой чемпионат? Футболу. А, тогда на следующий год принесли. Из-за коронавируса этого. Ну, чемпионат Европы, это да, я говорю про ФНЛ сейчас. Чемпионат России. Мне уже закрыли 10 апреля. Да, такое. Блин, я без наводчика еще фул барабан в СТ-шку отдал. Да. В принципе, более-менее. Ты расскажешь, какие у тебя настройки в этом, в Ауди? В Ауди хорошо. Но у меня, смотри... В Audi у меня стоит микшер на минус 28. Ты где это нашел? Ну вот в аудиомикшере, где голосовая у тебя. Вот. А по настройкам сейчас скажу, что там почем. Ух ты, мне 20 бонов подсыпали. Нормально. Где ты нашел вообще микшер? Так, сейчас, подожди. Я переключусь, я тебе скажу. Так, значит, смотри, у тебя вот ОБС, основной экран открытый, правильно? Где-то, где у тебя сцены, источники и вот аудиомикшер следующий. А, ну. Вот, у меня здесь стоит на минус 28 микшер по звуку. В настройках, именно в настройках, я ничего не менял, поэтому... Это у тебя везде, да, стоит минус 28? Нет, именно вот в микшере, в самом, на главном экране. На аудио, в настройках, я ничего не менял, у меня все стоит по умолчанию. Частота дискретизации у меня 44,1. Каналы стерео. Каналы стерео. Я здесь как бы ничего не трогал вообще. Как оно было, так оно и есть, по сути. Вот, поэтому как... Audi микшер. Но он у меня не полностью как бы стоит. Он у меня стоит на минус 28 по верхнему микрофону AUX. И все, как бы я ничего не трогал. А нижний... Самый первый. Да, самый первый. А нижнее устройство воспроизведения у меня стоит минус 40. Я как... везде, да, по умолчанию стоит, кроме Audi с рабочего стола и Audi с рабочего стола 2. А, по аудио, я же тебе говорю, у меня вообще ничего я не менял. У меня как было по умолчанию, так оно все и стоит. Меня, в принципе, все устраивает. Я голос настраивал уже здесь, на главном экране, в аудиомикшере. То есть я тестировал, как бы, и смотрел, как по звуку все. Больше я ничего нигде не менял. Вот, как-то так. Так, где мы-то? 10. Они там сдохли, да? Так, а ну-ка смотрим. Это 10, да. Поражение. Да. Такое. Так. Так, а что по боевому пропуску? 80-50 у меня, в принципе. Ну, в принципе, я сейчас тоже запущу. Так, сейчас. Запускай пока. Да. Блин, ты-то что ли? Чего ты там? Подожди. Да подожди, сейчас, секунду. Походу, 5 литров с этой... Простите, на Алмаз за 139. 5 литров растет? Это 2 литра, это не то. Это не то, это 2 литра. Я думала 5. Ладненько, все, тогда давай. Давай. Ты хочешь рублей по 23 рубля? Ну, возьми. Ага, все, давай тогда. Все, запускай, запись пошла у меня. Так, ну окей, погнали тогда. Резервы я включу.
включил. А у меня, кстати, блин, я не глянул, у меня, по-моему, нету резервов. Я сейчас часик позаписываю, потом надо будет посмотреть, как оно, что там по записи будет. Вот, и потом надо будет попробовать пробный стримчик сделать. Посмотреть. Это тоже хорошо. Вот. Так. Десятки. Десятки, десятки. Чего у меня тут по десятке? 258, 440. Так, ну, наверное, на горку. А, конь у нас стоковый. Один бит. Ну, я тоже стоковый. Нету. Не, ну, у меня пушка топовая. Ну, у меня танк в целом топовый уже, кроме двигла, по-моему. У меня двигло полустоковое. А, серьезно? На банан один конь поехал? Его ж супер конь там развалит стокового. 277 АФК, да? Понятно. Значит, надо горку отжимать по максимуму быстро. У них взвод 277, который, скорее всего, на гору поедут, раз конь один светится в банане. Да, они на горе. Эти ж, эти прекрасные люди на горе, они взводные, они на горе. И они хотят вкатить, кстати. И они уже поджали. Вот он уже, что, они уже поедут. Ой, хорошо. Я после жду только, он подставился. Нормально. Взвод вырезали, хорошо, остальных дожрём. Так, ну что, на встречай, поехал. Ой, хорош, БКшки. Лючок не попал. Почему по мне надо стрелять? Скажите, пожалуйста. Да, блять, можно не перекрывать его, олени. Ой, господи, какие ж вы. А чё он за мной? А что? Ступы все по мне. Вот у нас кто-то. Доберешь? А. У нас и 7 просто докинул меня тут одного. Я просто был всех тоже как. Из-за того, что у нас сзади не заехали стышки. О, арта приехала. Она приехала вас всех убивать. Стопудово. У тебя все топово, пушка? Да. А как ты так качал? Так, а по этому, по ивенту же, там же опыт дают. На, по ветке 277, когда качаешь. Это я знаю. Внутри 300 дашки, нормально. А, у них серва в дючке. А, на ЖД стоит вообще, понятно. Не, ну в целом норм. В целом норм. Два фрага, 3300. Замечательно. Я за стервой не... Блин, или поехать? Поеду я за стервой. А, нет, там я уже ничего не сделаю. Я базу лучше возьму. Ну да, лучше базу приехать. А, больше опыта дадут. Вот единственное, что танк неплохой, но, блин, УВН, УТ-10, конечно, голимый. Просто, блин. Он
Чтобы пушку опустить, надо, блин, весь корпус подставлять. Вот в чем проблема. И у 277 та же самая проблема. У него УВН вообще никакущие. Вот если сейчас у нас хотя бы, чтобы было хотя бы пол команды, если мы наберем хотя бы команду, можно пол, если половина будет, 277 вот этих вот, и стэшки, и все. Это, можно сказать, почти выигрышный сетап. Ну да, согласен. Плюс-минус. Они быстро и это пробивают. Да-да-да. Так. О, я в топе по урону. 1000 опыта, нормально. Нормуль. Еще и в плюсе. Плюс 30. Замечательно. Поехали дальше. Таким же макаром. Блин, ну мне правда... Блин, мне до 277 еще 195 тысяч. Это, блин, это такая... Вообще, короче. Ну, тебе прям много. Да, мне жуть как много надо. А резервов у меня... Нету. Нету резервов. Сука. Ой, ну я надеюсь, за этот пропуск-то боевой дадут мне резервы. Ну, да, там так чуть-чуть дают. Ну, мне хотя бы чуть-чуть. Хотя бы хоть как. Блин, вот я не знаю, может... Не хотелось бы мне слишком много... Спросить завтра у мамы денег на еду в школу и закинуть на прием. Это вот, я не знаю. Слушай, ну если с ними играть, тогда тебе на арте не поиграть, ёпки. Это про кого там Миша говорил? Ну да, про Русика. Русик же у нас любит на арте играть, я понимаю. Так. А ты там снег был, Лёш? У кого? У тебя вот, в марте. Да, падал. Такой небольшой. Так, суперконь, хэвик. 4. Ой, тяжей-то сколько. Еще и взвод коней. Да. А по-моему, мы даже этот взвод видели в прошлом бою. Нет, это... Так нет, это там другие были. Или не тот был клан? Вопрос. Кто куда поедет? Вопрос, когда я загружу. Так, Вадик. Конь поехал на воду. Бабаха поехала на воду. Так, ну тогда надо на воду ехать. Часть тяжи пошла на центр. Плюс арта есть. Так. 2-6. 2-5-7 на центр вхватил со своей броней. Конь. Какой у тебя битрейт? У меня от 6000, по-моему, стоит битрейт. На 30 кадров в секунду. Да я знал, что ты калашовка по мне стрельнешь. Лючок, озалимая текстура просто, и все. Битрейт повысил, у меня FPS повысил. У меня было 10 тысяч битрейт.
Я как-то тогда настраивал по видео, когда смотрел. А. Я записываю сейчас, бабушка. А что ты хотела? Что ты хотела? Что случилось-то? Ну, Лена придет, я схожу. Так приготовь там на столе у себя, ставь, я схожу. А, ну все, я Лена придет, я схожу, заплачу. Вот это, возможно, вылетит 315 урона. Не знаю, как-то так. Я уже думал, что ты сейчас разобьешь. Хорошо, спасибо. Ах. В одном бою густо, в другом бою пусто. Так, нет, 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 нет. Егор, назад. Егор, назад. У нас базу, базу берут. А что мне лучше открыть сейчас? Ой, двигло или... Следующее. А, двигло или что? Или... Пушку? Ну, можешь пушку взять, она, в принципе, в стоковую башню становится. Стоял, ждал, когда он выйдет, когда я поехал, он начал я. А, блин, мне уже. Понятно, доберем. Попробуем. А, блин, ты уже взад к ним заезжаешь. А, сука. Уехал сюда. Супер конь, олень, ему надо было вернуться на защиту базы, блин. А я его сейчас этот заберет. Да он олень, потому что. Ну чё, чё с него взять? Надо было вернуться. Ему надо было вернуться с остальными тяжами на деф базы. Базу бы отдефили, перебили бы этих, потом бы просто приняли бы тех, да и все. А так получается, мы танками разэтывались, раскидались на все направления, и в итоге нас по одному, по два перещелкали. Так что как-то так. Печально, конечно, но что делать? Так, я уже могу топовое двигло поставить. Тут вопрос, нужно ли оно мне? Вот, ну, там что, быстрее будет. Ну, быстрее это понятно, но, блин, я хочу десятку быстрее открыть. Вот в чем прикол. Я девятку в любом случае не оставлю в ангаре. Это да. Вот сейчас вот сколько он стоит? Блин, я сыграл два боя, у меня винка 1600 и урон средний 1800. Такое.
5 лямов, вот. 10, если подавать, то за сколько можно подать? Ну, учитывая, что он стоит где-то 3,5 лям, с учетом оборудки, если у тебя голды нету, чтобы оборудку снять, то где-то, ну, ляма за 2. Там сейчас вот я не... Да, по 100. Чё по 100? 2 ляма 100. А, 2 ляма 100, ну, в принципе, да. Это с учетом того, что ты оборудку не можешь снять. Да. Вот. Блин, я за эту неделю так соскучился за танками, это просто жесть. Вау. В топ. Нормально. А почему ты выше меня, я не понимаю. Не знаю. В чем прикол? В чем-то прикол в этих танках. У меня и процент побед выше, и винка, и КПД выше, а ты выше меня. Ничего не понимаю. Может, потому что... А, ну потому что ты стоковый. Да, и меня в топ закидывает. Ну да, да, да. Я забыл. Сейчас же у Wargaming такой балансировщик, что он стоковые машины чаще в топ кидает, нежели... Ну вот я сейчас пушку качаю и все, и будем с тобой гонять. Mm-hmm. Ой, в топе, в стоке. Готово! Я и так, в принципе, на стоковом движке неплохо летаю. Враг обнаружен. Полтинников вполне себе достаточно. Так, у них тапок Б, конь. Сэм, на борта будет. Так, Сэм. Здравствуйте. Сильно вперед не спеши. Здорово, кто там зашел? Делайте. Доиграем. Да и конечно, я мучаю. А я 277 качаю, блин, это 10 сейчас играю. Я что-то на коня пошел. Мне мой заместитель сказал, качай конь. Ну да. А я тут параллельно качаю, плюс еще... Флоски на десятка. Чё, вчера нормально отыграли на десятках? Да. Мы в общей сложности типа из двух кланов сделали. Да, я в курсе, мне ребята рассказывали. Я один. О, 550-е место. Нормально. Власть. Вовремя отъезжает. Гуляну с этой стороны, что там. Смогу я поработать. 703 там вроде едет в сейву. Вроде по нему никто не кидает еще. Пытался уже качать этих, блядь, эти танки пиздец. А я тут неделю, больше недели не играл, я, блин, прям так соскучился по ним, что аж пипец. Да. Но... Лучше бы не соскучился. Я вот сейчас стою, коня поставил. Мне надо 2 двигателя ставить, я такой что-то думаю, ну... Конь поджался. Я не пойму, кто по мне стреляет, как я взошел. Это... И пока делать не хер, я поиграю без дизелей, в принципе. Там на 31 тысячу 27, и топовый двигатель у меня на коня есть. Там с ФВшки с какой-то стоит, с ПТСАЛ.
Нормально. Так. А вот мне нет. Сейчас у меня набор людей будет опять, блядь, начнется брать его. Я же вот недавно 38 человек нахуй стал накикнул. Да, я сегодня тоже буду половину выкидывать, потому что задолбали. Бездействовать. Ой, Леша, ты когда говорил, что ты будешь кикать те, кто неделю не играл? Ну ты меня кикнешь. Я сам тут неделю не был. Он тебе кэшбэком кикнет. Типа, знаешь, не тебе, не мне. Так надо. Ну да, да. И сам себя кикнет. Да если бы можно было, было бы плохо. Ну. Сука, там стерва, походу. Да, стерва. Да, я... А, тапок зашел справа. Блин, такой себе бой. Говняный. Конечно, согласен. Хотелось бы, чтобы наша команда так же играла. Бля, чего хотя бы, блядь, тоже собираться, но... Видите, блин, так, в принципе, правда. И у них проблемы. 8-9. Ну, я так на фолд 9. Я занят. Нет, не буду. Не буду. Да, давай. Там какой-то тупой у них, это... Крути, крути его, крути его. Не дай ему... Без борт не пробил. Красавчик. Смотри, Егор, оттягивайся к базе. У него альфа до 600 выходит, если он топовый. Егор, к базе оттянись. Егор, ты меня слышишь? Я говорю, к базе оттянись, а там сейчас базу будут брать. Не имеет смысла вперед ехать. У них три арты плюс СТ на центре. Они тебя пересветят, и арта заколобать. Подожмись вот сюда, вот где арта, под горочку. И да, сука! И чисто оттуда его отрабатывай. О, тебя уже СТ с центра высветили. Я же опытом. Смотри, чтоб тебе эту жопу не раскрыли. О, все. Бля, пиздец, медленный такой. Ой. Вертится медленно. Да, есть да. Такое. Да, что у меня для... На танке 10-го у... Нормально. При средухе 440, альфа 394. Заебись. Спасибо. Ой, господи. Ладно, поехали на восьмых. Команды ПЦО, пиздец, бля. Да, тут еще с этими боевым пропуском, так вообще, блин, там... Все куда-то торопятся, сливаются. Ну, как всегда, марафоны, блядь. С этим ничего не поделаешь. Не знаю, я пока еще ничего не сливал. Я вот сейчас качаю эти боевые пропуски. Мне надо сейчас вот этот 6-й уровень и 8-й уровень надо получить. Там 30 этих дадут. 30 ключиков. Мне эти ключики надо использовать. Ага. Или так же опять нахуй пошел. Я хочу сразу десятку вкачать здесь. Нормально. Коня нахер. Не знаю, типа, блядь, мне надо сейчас коня выкачивать 100 пудов. А за что мне дали 10 тысяч? За задачку, скорее всего, какую-то. Да, да. Да. Если ты на девятках играешь, то за задачи дают. Мне надо 10, 42 вот эти вот. 42 штуки такие. Допуска этого. Я вот думаю, мне до 277 220 тысяч качать. Я вот думаю, получить вот эти универсальные, блин. И у меня советские есть. Убрать.
И взять их за... Взять его, блин, за эти бумажки. Открыть, короче. Ладно, открывай. А я также, да, могу сделать. Ну, только могу две бумажки всего лишь. Ну, тогда. Да ну, это, блин, я, видишь, я на неделю выпал из игры, блин. Я неделю просрал, блин. Так бы я за неделю уже бы хотя бы половину вкачал бы его, блин. А так, блин, за две недели оставшиеся я навряд ли успею вкачать его. 183 тысячи. Так, это сколько мне уже осталось? 146 тысяч осталось, охуеть. Куда едем? Куда едем, куда сейчас едем? Сейчас на еще, центр, блин. Еще одну проеду. Займитесь. Туда им чим, да? Ну, сейчас мне начало более-менее нормально закидывать. Интернет, походу, начался. Я начал на банке кидать. А 44 в дючку заехала. Аккуратно. Ой, только я дом не увидел чуть-чуть. Ага, 44 выкурили. Спасибо. У меня первый выстрел просто тут куда-то улетел, тут куда-то. Так, дверь. Которые могут сюда теоретически плюнуть. Две ПТ. Ну, одна ПТ. Не, там, да, я так думал. Я бы, кстати, шоу углубился, сука, запалил, вообще пиздец. Тупая карта, которая меня задушила. Слышишь, Лёва, вы будете играть на ВК 14 сезон с пробой? Ну да. Легенда, просто ГК. Будем пробовать играть. А чё, хотел нас к себе переманить? Да нет, это вообще без разницы. Я сейчас своих буду новеньких набирать. У меня и так пока что. Я половину клана выгнал. Вот половина ходит, блядь. Вчера было 13-14 человек, я вон ваших позвал. Ну я чисто Вику, Мишу позвал, они там уже своих дотащили. Блин, Лёх, никогда не качай двухстволку. А я, слышишь, я посмотрел, как на ней играть, блин, я такой думаю, да ну нахер, блин, это вот это вот страдалово, блядь, ебать, это вообще пиздец. Я на девятке сейчас играю, пиздец, такая конченая. Её голдой, блядь, чьют прям в маску орудия, я такой, блядь, говнище, блядь. За что я мне это, да? Да, я такой, блядь, слава богу, я топовое орудие, блядь, за свободку. Если бы я был настоком, я бы сосал в три раза больше. Не, да лучше какие-то альтернативные танки советские выкачать, чем вот это вот, блин, не, это, я, лучше понять, не, двухстволки, с одной стороны, ладно, хорошо, но насколько на них надо, блин, иметь скилл игры, блин, это я просто не понимаю. Не, типа, не знаю, мне привычно на них играть, но просто единственное, что, играть на вот этой двухстволке, которая линейная, 9 уровня, вообще невозможно из-за того, что у нее, блядь, ничего нету. Типа, у нее, блядь, плюсов на девятке нет вообще, блядь. Ну, я... Типа, альфа, блядь, 400, 400, блядь, грубо говоря, это та же самая, блядь, премиальная, нахуй, восьмая. Вот только у той, блядь, броня есть, а у этой есть, блядь, насосандер, блядь. Ну да, там из этой ветки только восьмерка и десятка более-менее нормально играются. Да, восьмерка еще такая же себе. Не знаю, мне восьмерка вообще не зашла.
чисто из-за ДПМа, да, она как бы неплохая, но там, блядь, можно поспорить, конечно. Но так-то танк вообще говно. Сейчас, Леша, погоди. Ладно. Ну иди, иди, иди. Я вышел. Я хотел в исследование зайти, глянуть, сколько у меня этих фрагментов. Так, где этот 705? Это... У меня 5,68 национально. 5 универсальных. 2,25. На что у вас 5,25? Там да, эти все. Фрагменты эти, блин. Чертежи. Блять, ебаный вы фугасодрот. Сколько нахуй ты мне фугаса, мразь, дала, ебаный? Пиздец, 730, блять, борт башни, нахуй, наконец. Ты, кстати, в ранговый-то не играл? Играл уже, блять. До пятого дошел, нахуй. Только, блять, пятый взял, нахуй, хуй. Лег, блять, спать с утра, что-то встал, нахуй. Хуяк, сливы пошли. Да иди ты, нахуй. Вот уже слил, блять. А я еще нашел этот... Я такой, ну, результативность. Да. Я даже еще отбор не проходил. Ну, я квалификацию. Ну, да. А я не знаю. Да, сука, какого хуя? Эти ранговые все равно 3 недели будут. Я особо не хочу сейчас в них лезть. Я хочу просто танк выкачать нахер потом уже. Ранговый это тупо слив серебра, блин. Ничего, ничего. Поэтому я, блядь, просто квалификацию прошел, и все, я больше там не играю. Так. Нет. С первых можно было, вот эти, блядь, последующие, которые они, блядь, выпустили, типа, нельзя. Типа, это, блядь, мешает, блядь, и все такое. Ну, типа, когда трое или четверо играют, трое играют, блядь, возможно. Ну. Типа, это пиздец, это рилли убийство, нахуй. Ну да, да, да. Это тошка не. Они там еще что-то как-то делают. Да пусть. Сейчас дирай, да? Да блять, да как... Ковни! Пиздец, блять, еще упану сейчас здесь. Вообще будет охуеть. Не, повезло. Сколько... Он называется побеседник. Тортик стоит. Ну, нормально, идем на дно нахуй. Картошка, молодец, блять. 3 дня назад, блять, мог сюда переехать, зато сейчас нахуй не могу. А почему я его не побил в лючок? Его ж нет. Я уже генерал пас на конвейере, у меня 161 опыта накидал. Одно преимущество линейных двухстволок по сравнению с премиумной у них голда под калибр. Ну да, да, согласен. Вы про чё? Да, про двухствол. Про двухстволки. Вчера Паша разговаривали. Короче... Предложение видели, типа, клан на клан? Надо, короче, пацаны собрать, да? Лёня, брат. Передай
Знаете, короче, всем, ну я сейчас танки не могу сделать. Как вас ослабить? Он где-то идет. Ну меня слышно, вы поняли? Да, да, да. Макс как на шараге идет, такая ж хуйня. Вот, короче, это. А, человек 10 собрать. Нет. Передайте там всем. Ну, если наберется 15, то 15 сможет. Короче, ну что, были десятки, пацаны. Ну понятно, понятно. Потому что мы с другом на ставочке играем. Вот против него уже. Все, давайте, пацаны, не погоди. Давай, 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 давай. Главное 10 человек набрать. Ну что, давайте. А хуй тебе на фланге просто один, на. Заебись, просто пиздатая игра. Так. А то там никого не было, у нас все тяжесть. А у нас тяжелый, блядь, стоит из-за спины расстреливают. А я, может, человек был один, а у них просто... Чё, вы на каком серваке? На втором. Я на шестом играю, вроде пока закидывает нормально, вот уже третью или четвертую катку в топе по этому. При поражении, при победе? Да ты не понял, в топе закидывать в топ. А, ясно. На девятке играем, я постоянно в топ закидываю. Не знаю, мы тут тоже сколько мы сыграли тут. Я заметил, ты 10, просто нафиг всю свою... 4 катки, 3, 4 катки, 3 из них в топе мы отыграли тут на втором тоже, на девятках, взводом. Я просто вот с этим Т-10, вот у меня на нем сколько боев? У меня на нем 78 боев и 78, у меня 32% побед. Просто команда кубков не отдаю. Не, я просто команда топовая. Не знаю, у меня 50. У меня 52 боя на Т-10, у меня процент побед 52% и средний опыт 700. Не знаю, как ты. Не знаю, у меня, по-моему, самый худший, блядь, танк это был Т-10, блядь. Потому что я его больше всего ненавидел. Я его на нем еще играл, когда он был из 8, блядь, а не Т-10. Ну там-то да. Это, блядь, да. Самый ублюдский танк, который, блядь, вообще, по-моему, существовал, блядь, в игре, блядь. Зато, блядь, в Блице играю, блядь, в Блице имба ебучая, нахуй. Ну, в Блице, да, там, блядь. Ну, я еще до него тоже не дошел, в Блице. Да у меня в Блице уже 5 топов, по-моему. Иди нахуй, блядь. А я не знаю, сколько у меня топов. У меня только 5 уровень. Я только там в школе. Ну конечно, блядь, ебаная хуета, блядь, кустоёбная на СТшке, блядь. Понадавали этих, блядь, Борисок, блядь, стоят нахуй в кустах, дрочат, блядь, как хуй знаешь что. Ну тогда, они ж типа, блядь, фармят, кемперы хуевы, блядь. Типа такие крутые все. Так, ну у меня ещё, думаю, боёк можно будет остановить, посмотреть. Чё, кого там? Запись. Блин. А я вчера что-то заморочился, ОБС-ку запустил. Думаю, запишу-ка я, блин, дальнобойщиков. Ну и запустил, короче. У меня как начало фризить, что я так... И пишет, тонировщик перегружен, блин, бабки настройки там, перенастройте, короче. Ну, я полазил, перенастроил, записал американских дальнобойщиков, потом еще европейских. И такой по качеству, думаю, ничего, нормально, блин. Думаю, сегодня протестирую, позаписываю танчики, если что, потом можно, думаю, будет инструмент запилить. И потом можно будет еще вечером постримить тебе. Ну да, тем более у меня скорость 150 мегабит, в принципе, мне достаточно. А папа дома да. У нас. А, я понял. Сори, назад, на Егор. Скорости, Егор, назад. Не знаю, я пока забил на стриминг вообще, нахуй. Я вот, блядь, стримил, нахуй, с телефона, потом вот сейчас перекур взял, блядь, сейчас опять хочу. Ну,
кстати, надо, блядь, на iPod скачать, может, Blitz скачивается на iPod. Да, может быть. Он скачивается, по-моему. На iPod Touch 5. А, и... Он даже существование этого MP3-плеера, блядь, никто не знает. Это, блядь, 5, короче, с начинкой от 5S, блядь, с камерами от iPhone. Там, блядь, семерки нахер. Короче, пиздец, блядь. Нормально. И в общей сложности под этой всей начинкой ты осознаешь, что это всего лишь MP3-плеер, на котором надо слушать музыку. Нормально. В свое время, блядь, он, блядь, стоп, а 20-ку, по-моему. Смотришь, сейчас я восстановил. Сейчас вот скоро восстановлю. Один у меня черный, другой у меня белый. Да куда у меня снаряды летят, алё? Картошка, блядь. Да, блядь, картухи похуй, попал, блядь, ебал мне мою укладку, классно. Вообще, парень даже нахуй не сводился, ему вообще было похуй. Нормально. Что хуй-то, блядь, Из пять, блядь. Ой, блядь. Да, на, уцеливай. А, удачи. Хули мне тут пробовать, блядь, попадать в эту картонную хуй. Блять, олень встал. Да уйди отсюда! Лёш. Ау. Я максимум могу сейчас только попробовать запустить, потому что у меня пока дома никого нет, телек не работает. Ну попробуй, но я думаю, что ты если хочешь стримить, тебе придётся... Да уйди ты нахуй, пидор ты ёбаный! Тебе придётся Дискорд нахуй выключать, потому что Дискорд тоже интернет живёт. У тебя может лагать просто. А пиздец. Вот я через TeamSpeak стримил, он пиздец до квест забирает. А бля. Не знаю, я когда играл в другую игру, сообщался через TeamSpeak. Ну, Егор, понимаешь, как игре игра рознь. Как бы, блядь, одна игра забирает, блядь, децл, нахуй, интернета, вторая забирает большую часть, нахуй. Плюс Discord, он жрет тоже дохуя. Ну вылези, вылези, покажи шапочку. Это ебаное это ублюдство, куда ты меня нахуй пробило? Ебать, глючок, сука! Блять, его десятки нахуй не пробивают, блять, гондонская какая-то девятка, блять, стоковая, меня, блять, просто прошило в него. А я вообще снаряды не подлетят. Ебать, он опять мне глючок прострелил. Блять. Насколько кончена игра, блядь? Скажите мне, пожалуйста, блядь. Чё, Двердов, блядь, сегодня отвечает, блядь. Центурион. Это, слушай, а имеет смысл СТ британский качать? Какой Центурион? Ну, да, девятку, десятку. Так. Это если ты любишь играть на танках. Так, ну и чё? Стоим, ждём. СТБ там в кустиках пасётся, ему хорошо. Смотри, СТБ может блайндить сюда. Егор. Я слышу.
Да, нормально, на 277 стоять у воды. Охуенно, да? А у нас горка сдохла, блядь. Ёбаный в рот. Вот так, когда мы на ГК пошли, так я поставил тогда на... Что? Нет. Нет. Это один вверх, другой вниз, все в разные стороны. СТБшка поджаться хочет. Мы можем даже затащить этот бой. Можем, если... Я полноценно смогу стрелять через 20 секунд. Если сможем СТБ убить, чтобы он нас не светил, то сможем выиграть. 277 наконец-то продавил. Обалдеть. Он прям магистр своего дела. Опа. Какая жопа, да? Ну. Так, там Шкода 2684 идет за СМ-103. Опа. Он за город сейчас. Так, все. Надо ехать за 2684. М-103 у нее где-то на горе, блин, откидывается. А, вот он. Так, 2684, скорее всего, наверху. У просеки. Осталось 5 минут. М-103 шотный. Его сейчас должны съесть. Один есть. Ничего себе, ты троих нашлёпал. Когда ты успел там? У меня урона нет почти. Я так... Нормально, четверых на взвод пойдёт. Ой, да. Так. Так, небольшой